Отдел «Гармония» накануне посетили пожилые и люди с ограниченными возможностями. Для них специалисты эколого-эстетического клуба провели экскурсию. После знакомства с обитателями мини-зоопарка гости побывали в зимнем саду, где были удивлены разнообразием флоры. Все участники экскурсии остались довольны визитом. Я первый раз здесь, очень понравилось мне. Все хорошо, я не видела, не знала, что такое в «Гармонии». Богатство есть. Все это живность, конечно, интересно. А при том, когда живешь один, очищаешь, так тем более, даже бы мышонку рад был. Экскурсия в живой уголок является плановым мероприятием. Центр социального обслуживания населения «Елена» совместно с Центром досуга детей и молодежи «Современник» проводят подобные экскурсии на протяжении 5 лет.